В Челябинске две машины влетели в киоск, есть пострадавшие. Авария произошла на пересечении улиц Труда и Третьего Интернационала. Дорогу не поделили Kia и Toyota. По данным ГАИ, женщина, которая управляла первой иномаркой, проехала на красный сигнал светофора. В итоге машины столкнулись, а потом изменили траекторию движения. И неуправляемые иномарки снесли два пролета металлического ограждения и врезались в киоск. В результате ДТП пострадали оба водителя. По факту ДТП начата проверка. В Тракторозаводском районе столкнулись «Шевроле» и «Рено». Авария случилась на перекрестке улицы Горького и Котина. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На нерегулируемом перекрестке «Газель» столкнулась с «Мерседесом». Пострадали два человека. По предварительной версии, водитель грузовика не уступил дорогу иномарке. Травму получили водитель «Газели» и его пассажир.